Всем привет, с вами я, Леонид. Мы сегодня продолжаем играть в Rome Total War за фальшу и цены. И у нас сейчас идет на нас напали, как раз фрейзы. Мы защищаемся и мы будем, как нам показывают, вот эта сила, класса силы, мы очень сильно расходим врага, а второе показывает, что у нас везде шансы на победу очень высокие. Обычный режим обороны нам дает 48% и максимальный шанс на победу. А вот как вручную тут сыграют, я еще не знаю. Поэтому сейчас будет вручной бой и даже хуже будет. Я возьму и переиграю. И сразу автор видеогруппы ВКонтакте Rome Total War, о древнем мире Rome Total War. Вы можете найти эти ссылки в описании. Гродская битва Тульнефорта, 21 год до нашей эры. Врага не слабо, умирает от голода. У него не хватает пищи на то, чтобы содержать. И у них нет машин, а у меня есть. Тем самым у меня есть тоже преимущество. Итак, второй ряд сразу мечники, первый ряд стрелки будут. За мечниками встают копейщики. И потом сзади баллиста. Баллиста, там колесницы, всадники, уже вот эти вот отряды. Ну все, вас всех выставил. Итак, всех я вперед отправляю. Враг по-хорошему должен меня сам принести. К ним подходят свежие силы. Мы подождем, на самом деле. Нам тяжело. Я вот так вот вызываю своих воинов-мечников, чтобы они заняли позиции. Так, баллиста. Она уже по-хорошему может стрелять. Поэтому я ее останавливаю и пускай начинает стрелять. Взрывные снаряды пускай используют. От них бонус против пехоты идет, но минус точности. Но он наносит большой урон по вражеской армии. Наша засада обнаружена! Итак, так, враг уже очень близко к моим стрелкам. И мрачники будем попадать по ходу по чарж. Нет, они не попали. Я отвожу всех стрелков назад, потому что враг уже подходит. А это, как вы знаете, не очень хорошо. Итак, я уже на обычный режим подъезжаю. И как вы видите сейчас, очень неплохо сюда снаряд попал. Итак, ставлю паузу, и у нас здесь враг уже подводит свои отряды всадников, своих стрелков. И всадниками этим нужно начинать там работать, а генералам и отрядам шагом колесниц уже обходить врага. Нужно его начинать уже убивать. Так. Дистанцию перенять не надо. Главное удерживать позиции. И убивать врага. Так, колесницы, бой готовы. Давайте ближний бой на всадников. И сейчас они будут сюда идти, приходить. Так, генерал первый начальника напали. Генерал сейчас первый из атак идет в ближний бой. За ними еще один отряд кавалерии. Колесниц. А отряд колесниц на мастерами меча идет. Давайте, колесницы. На пехоту вражескую. Наши остались без снаряжения. И тоже идите на как раз их воинов. Пробейте их не то. Пробейте их. У меня черт телохранитель очень быстро помирает тут. Давайте вперед. Так, наши остались без снаряжения. Я отвожу назад.
Кризисы у нас тоже иногда. Мы уже очень много потеряли своих воинов. Ну и враг тоже немало. Это главное. Наши остались без снаряжения. Я больше не отправляю своих колесниц. Я у генерала 60 воинов и отряд колесниц 10 воинов осталось. Это на самом деле не очень много. Так, вы всадники где? Так, разговаривайтесь. Бориса, тоже разговаривайтесь. У тебя тут новая цель. Теперь по ним нужно стрелять. Мечники. Вы перестраивайтесь, кроме этого отряда. Вот так вот перестраивайтесь. Так, вот эти два отряда тоже сюда. Выстрелки, вставайте так. Вражеский военачальник убит. Его убили как раз. Так, враг уже подводит свои войны. Замечательно. Очень замечательно. Так, всадники ветерана, бросите те на вражеских стрелков. Как раз на всадник. Вот этот вот. Назад. Вот на эти видите. Так. Наши остались без снаряжения. Обходим врага. Перемещайте тоже. Давайте отходите. Все вперед. Нас тут воин волк. Мы позволились с кленом. Им клен не поможет ничем. Нужно пробить их гнездой и сцепить их ближний бой. И тогда им точно никто уже не поможет. Лесницы на вражеских силков, пламенные выстрелы. Так, копейщики. Ближний бой на вражеских силков один отряд и другой отряд на как раз пехоту вражеских. Убить всех убивайте. Никого не щадить. Вражеский военачальник убит. Так, мечник назад. Заворачивайся. Ай-яй. Все, Болиса, прекращай стрелять. Больше не надо, иначе больше потери будут. Мечники, назад. Идите убивайте. Вы, мечники, идите вперед. Я включаю лесу. И наши остались без снаряжения. Все, давайте продавливайте их. Продавливайте, я знаю, вы сможете. Так. Другая один ряд. Я вас пьюш. Не захотел умирать. Все, тут мы бизнесы загоняют. Хотя рядом кто-то не включит. Убивайте. Ну, это на самом деле не... Не то, что боевые, они не очень хорошие для того, чтобы спину убить. Больше для стрельбы. Это плохо. Так, вы. Давайте сюда. Забивайте. Почему не очень хорошие для ближнего боя? Потому что у них нет мечей. Они не просто... Из-за скорости своих убивают. Они из-за того, что... Это колесницы. Они просто их продавливают. И все. Если бы они именно убивали, когда вызвали их и катились дальше, то тогда да, это были как раз хорошие колесницы. Так они не очень хорошие. Так что, наши остались без снаряжения. Я вам советую нанимать колесницы. И генерал особен, как отряд колесниц использовать. Лучше вроде немного переплатить за отряд всадников, чем за отряд колесниц. Тем более вы сами видите, какая офигенная у них скорость сейчас. Ладно, все, меняйте теперь цель. Кто всадник быстрее? Догнали назад. Несмотря на то, что им гораздо дольше нужно было убежать и дальше. Надо по-быстрому убивать этих германских племен. И приходить на тех вот воинов. Так,
Этот прилетит сюда. Идите ловить тех. Так, Болиса, давай стреляй тогда. Россия делать нечего. Телесница ходит, убивает врагов. Садик, убивай себя сегодня. Ну, садики, как вы видите, даже больше нравится, чем на... Я не понял, они сюда что-то стреляют? Больше убивать, чем как раз колесниц. Блин, там 72 воина убегает, ай-яй. 72 из 90 воин. Ой, как нехорошо-то. Это очень нехорошо, я вам так скажу. Самое главное, я играть не гоню. Да, я не гоню, я не кажу, что уже почти ушли из линии. Ну ладно. У меня есть вот эти вот отряды, которые как раз ловить надо убивать. Обидно то, что не получилось всех 72 воин подавить. И увидеть сколько. Ну ладно, такое тоже бывает. Давайте посмотрим. Мечники с круглыми щитами. Лесницы, чего вы так медленно? Уставшие или что? Последний прилетает, а вы уставшие. Которого вы хотели не можете. Двигайтесь. Как вы видите, они даже не убивают их. Как нужно. Не просто их давят. Вот этот воин был убит тем, что у него просто крестница наехала. Лошадь на него попала. Ну ладно, заканчиваю этот бой и выхожу. И выхожу. Решительная победа. Ой, осталось. Все же колесницы больше. Колесницы больше убили. Че? Потому что у них боеприпасы есть. А еще из-за того, что они когда начинали сражаться, они брали именно в армии, в отряды, вбивались. Тем самым они уже изначально больше убивали. А в всадники они брали и подходили. Даже не подходили, а догоняли вражеских всадников. И пугали их, и врага использовали. Блин, я забыл про это задание. Персонаж приобрел дурную славу. Борис, имя одного из ваших людей, всех носа. Худо это, или добро покажет вами чужеземный торговец. Чужеземельный. Заморские кони. Прибыл торговец лошадьми из дальних земель. Он уверен, что продает лучшие в мире лошадей. Ну, разводить их. Потому что, как он говорит, лучшими в мире лошадьми, то тогда нужно их разводить и отдать воинам. Так. У вас все хорошо. Она поддержка изначится. Новую должность я ей дам. Потому что она царица, во-первых, была, а во-вторых, она очень хороший воин. Она сейчас себя очень хорошо показала. Итак, мы сейчас берем город. Штормом. Врага 156 воинов. И у них нет шансов на победу. Обычный режим. Мимо всего так воинов. 99%. А не 98%.
нас воинов потеряно, враг потерял всех воинов. Так. И вот эту армию я отправлю все-таки в Флев. Хотя фризы тут, ракомоны. Нет. Я их не буду отправлять туда. Я их сюда отправлю пока. Буду надеяться на то, что царь ракоманов, он не пойдет к моему городу. К Флефу. О, царь Ругиев. Он умирает. О, как хорошо тут. Кузница бронзы третьего уровня. Яма кладовая. Второго уровня. Ливаны второго уровня. Конно-разведка брейтов. Но нам нужно на самом деле вот это, а еще лучше, чем лучше будет, если отважно знать будет. И поселение третьего уровня, сотни. И у нас тут потом разделение идет на что? Торговый опидум, ремесленный опидум и племенной опидум. Но тут на самом деле нужно потом смотреть, что лучше будет. Но точно дает одну и ту же... Ну, нужна одна и та же технология. И тоже гарнизон дается. Так что тут выбирать на самом деле тяжело. А кого я сейчас снимать могу вообще? Мне вот чисто интересно. Эти отряды Клеснис. Ха, боевые колесницы, если применить их разумом, легко смешают тарачки от порядки. Да, если у них были мечи. Но у них нет мечей, так что им на самом деле тяжело будет сметать вражеские порядки. Так, наемников, ну, наверное, скоро нужно распускать будет. Ну, по-хорошему, распустить нужно их, но... Вопрос времени никогда. Я вот не хочу ее терять, и я даже не знаю, отправлять ее в Треву или нет. Так-то Треву охота захватить, чтобы Великая Германия была под моим контролем. Но и с другой стороны это опасно. Я даже... Так, враг принял действие. Лемурские кони. Жеребята от лемурских жеребцов оказались превосходными. Быстрыми, сильными и красивыми. Торговля лошадьми. Стоимость на конных отрядов минус 15% в 4 хода. Ну, неплохо на самом деле. Так, усадьбу с выпасом нужно сделать. И у меня денег нет. Тут фризы, паркоманы меня грабят. Здесь еще один ряд фризов. Нет, не фрейс, а Магоманов находится. И тут уже сановник вражеский. Это плохо. Он, возможно, потерянет, но ничего сейчас не делает. Если его убить, то сколько это? 351 золота и 5% шанса. А почему 5? У меня 4 хитрости, возможно. Рвение агента и его цели. Вроде вот это вот. Хитрость нет. Вот это. Тут 4, тут 7. Понятно. Я надеюсь на то, что этот сановник, он мне прям такого плохого и ничего не сделает.
Правление дает местным властям мудрый совет, позволяет увеличить налоговые поступления, защищать местные поселения, действия агентов, подрывающих авторитет властей, зависит от хитрости. Ну, так как у меня друид только появился, и он особо ничего не делал, потому что он не успел, то из-за этого как раз он не может особо много чего давать. Offer this morsel Opa. Now, like a wolf at the door. Perhaps you will go find better hunting somewhere else. Давайте. 2014 я получил за мирный договор с вами. The gods bless you with wisdom, but my people will greet your acceptance with arms outstretched. Я вас не трону. Я пойду Фризу захватывать дальше. И мы мирно, спокойно разойдемся, никого не будем трогать, и вы не будете нас трогать. Это нехорошо, да. Нас вражеский шпион. Чей-то шпион тут. Воитель. Так все всадник изучился. Квады. Вы начальник этих. И что ты тут забыл? В леве я могу кузницу бронзу сделать, но мне она уже не нужна. Я ее перестрою. Ну что ж лучше перестроить? Пища минус 5, доход от торговли 400. Пища минус 5, все общественные порядок, доход от ремесел, доход от развлечений. Тогда дорог. Я прохожу. Вот мне 2400 золотых проведений. To serve my people. Офигенно. Просто офигенно. Конференция германцев. У них походу раскол произошел. Либо смена власти. Потому что их по-другому называли. Ну ладно. Белги. Давай well met, friend. Sit and... Ну ладно. I do not... Галы. Well met, friend. Да? Sit and let you... Да, I am sure that you will... А Египет откажется 100%. 17. А у вас плохие отношения ко мне, я не удивлен, почему. Well met, friend. Мы все-таки с вами год назад воевали. I thank you for the offer. Так, нет, с вами все. Но никто со мной не хочет торговать, обидно. Другие, а вы почему ко мне плохо относитесь? Так, неприятная культура, минус 10, понятно. Договор с контом в Германии, минус 7. Какой еще договор? Прошлые войны с державой Фризы, военные действия против Фризы. Понятненько. Короче, я могу Фризов... Ой, Фризы. Эту фракцию взять и уничтожить. Greetings! Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home after all. Я не буду им предлагать ничего. Если они захотят... Они сами мне что-нибудь предложат. Так, куда же мне лучше пойти теперь? Ну, тут, наверное, только в одну сторону, сюда. Ну, тут и Рим, это плохо. Я пока не хочу с Октавианом связываться. А он, на самом деле, очень близко. И это плохо. Меня белги и конф германцев защищают. Спасают какое-то время. Но мне из законов германцев особо действовать тоже никак не получится. У меня только вот тут границы прекращаются с этой фракцией. Ну, не считая эту границу, потому что тут белги. Белги, я их точно трогать не буду. У них, потому что здесь... он вроде... Да. Протектатор Октавиан, во-первых.
А знаете, у меня такая идея. Можно Пантею, Рэм Помпея, ему войну объявить. Но я его только не нашел, к сожалению. In the name of the state, welcome. Speak as a friend or as an enemy, but do so with honesty. Вступить в войну. Рэм Помпея. Умеренные. Они не согласились. У меня, по идее, с ними... Да. Война с державой 37, Помпеи. 47 теперь. On behalf of our people, торговля. Умеренные. You are отказались. Я теперь предлагаю вам выплаты. 1008 золотых. I could not. Отказались. Ладно, еще больше предлагаю. Предложу вам 1800. Granted, you have spoken well and set out honest terms. С кем вы еще воюете? С Лепитом. Лепит. О, с Антонио у меня тоже хорошие отношения. По идее, с Египтом у меня должны сейчас тоже быть хорошие отношения. Your people's reputation goes before you. We rightly. Египет, вы как ко мне относитесь? Ну, по идее, вы ко мне теперь лучше. За то, что у меня отношения с Октавианом хорошие. Нет, не за это. Так, у вас Антонио. Be welcome. Let us talk and then enjoy good Roman wine when we have agreement. То есть Египта тоже должны быть хорошие. Договор. I will recommend it. О, хорошо. Торговли нет, вы не хотите. 70 уже. Война с державой Рим Помпея. Договор с Антонио. 23 культурная близость. Ну, с Египтом мне теперь лучше должен быть. Hail! As requested, I give ear to your just and undoubtedly noble requests. А если я предложу вам... Так, стоять. Лепита. Лепита. Он здесь... Октавиан, да, он с ними воюет, и Антонио воюет. Welcome. Тогда let us be honored by your attendance. Вот эта фракция объявляет тоже войну. Они не соглашаются. И у меня как получается? С ценами 90, Октавиан 70. И your people's reputation goes before you. Отказывайтесь. You speak. Хотя in our good name, был. Be welcome and speak in friendship. I will give a receptive ear to your words. Предложить. I could not. Уже передумал. Так, я забыл. С Египтом нужно теперь поговорить. У меня творить счастье. Война с державой Лепида. Культурная близость. Дипломатическое задание. Договор с Римом Антонио. И welcome, как торговля welcome. С вами in плохо. A spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen with care. Я вам деньги предлагаю, умеренно. Хорошо. Your people must think you an Aristotle. Your acceptance is most welcome. Отказываюсь. No. Я на следующем году попробую.
request. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Я забыл, к сожалению, включить микрофон, и пока вот, у меня не работал микрофон, я говорил в это время, что у нас появились кифы с ними. Я с ними пока не в войне, не в союзе. As requested, I give ear to your just and as long as our strength remains. We would be all gods smile at your acceptance. Granted, you have spoken well and set out honest terms, but they are not terms we do accept. This offer is Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Если не соглашаются, то война. Так. Ага. Отказываюсь. I cannot say yes and be anything but the mob. Так. Я, в принципе, могу ее отправить. Но из-за того, что тут... Германские племена, которые я не хочу трогать. Ого, другие союзники здесь. Ну ладно. Мне все равно это. Так. Я могу мечников купить. Могу и копейщиков. Могу и всадников. Я, пожалуй, два отряда всадников найму. И два отряда мечников. А в этот момент еще я наемников распрошу. Я надеюсь, так, там враги. Враги это плохо. Их там много. Я надеюсь, германцев не захотят пройти и захватить Трейву. Я тогда ее отправлю на Трейву, пускай на Трейву захватывает. Вот тут вот враги находятся. Мне их по-хорошему уничтожить нужно. Утопить. В леве я делаю прокачку поселения. Так, минус один. Угу. 2940 золотых я за охоту получаю. О, хорошо. Тут общественный проектор, когда на одном уровне стоит. Здесь он в минус идет плохо. Я увожу минус 6. Мне нужно подождать какое-то время и потом уничтожить повстанцев. Мне какое-то время нужно на то, чтобы взять и в Европе укрепиться, иметь два города. На самом деле ебать. На самом деле это не очень хорошо будет, поэтому мне нужно какое-то время подождать. Так, у нас скоро закончился, и у нас где-то население в гневе. Алло, красавка минус 16, второй заход минус 8. Это где у нас? О, Эрлана. Тут даже сотню. Я перестройку делаю. И потом здесь, наверное, сделаю. Так. Дрейд, как у тебя дела? 12 из 24. Ну, неплохо. Так, нет, блин. Хотя надо начинать воевать, они не присоединяются. Они наоборот, за меня идут. Тогда... Ну, так как они за меня... А, это потом германц. Ну, тогда ладно. Нет, я не буду с ним меняться. Я как поступлю? Сейчас я их увожу в Трейв. Их в Тульгифурт. А это в Трейве будет вот эта вот армия находиться. Так, я, кстати, не слаб, тут уже войны помирают.
Пока никого распускать не буду. О, коррупция минус 2, 16 чужие культуры, минус 40, это хорошо. Ну, пока что. Вот сановник. Так, Эймактивиана. In our good name, be welcome and speak in friendship. I will give a receptive ear to your words. Your advocacy. Ну ладно. Так, сейчас вот это не минуем, задает провальный и кифры, как вы можете заметить, бесстрашно действие отряда. Вышли на такого полководца, такой армии. Fight for the ancestors! Как вы посмели подойти к моему городу? Жены нападения тех, кто убивает, никого не оставляя живых. Ready for anything! И у меня полководец 4-го ранга. Так. Вот, роза заходит плюс 2, двое отушевление, спасите ряды, стоимость строительства минус 4. Это хорошо. А ты возвращайся в Турифорд. Так, соблюдай провинции, есть сеть соблюдав, увеличивает шанс обнаружить краткое гетто и армия. В данном районе изучаю местные поселения от вражеских агентов. Пока надо это. Так, в Треве я делаю городок. И я все, больше ничего не могу делать. Ну ладно, пока я и не буду делать ничего. С рульями я вроде воюю. Да. А у тебя уже сколько опыта? 16 из 24. Так, я, кстати, это интерсет и хитрость. Ясно. Камулдон я могу уже кусор построить и что-то здесь построить. Дом с мастером. Так, у меня тут чего нет? Понятно. Мне кувшинов нет. Дончарская мастерская. Ага. Пока не нужна, но по крайней мере в сторону. Угу. Ну неплохо. Мне нужно вот этот построить палату воинов. Так. Кстати, как у меня тут сводка? У меня почти все. 90 влияния, еще 120 вождей, и я полностью буду править, у меня полное будет влияние. Политика персонажей, вот, империя, эдикт 1 из 1, я не могу увеличить их. На то, чтобы увеличить эдикты, что нужно, интересно, сделать, я вот не помню. Так, давай. Drinking is forbidden. Угу. Ну, вроде тут все хорошо. Эктивиан, с кем ты еще воюешь? Не, слава богу. Я подумал, уже с Антони воюю. Но... У них плохие отношения. The gods bless us with your presence today. I will doubtless find pleasure in your wisdom. Я не предлагаю, или я не воюю с ними. Они воюют, ясно. Пока я не буду с ними воевать. У меня тут Барри и другие. Ладно, извините. Но пока нет, я... Должен своих врагов уничтожить. И я должен тем более собрать воинов.
и провести свой флот из Британии на то, чтобы пойти захватывать города. Так, здесь почему у меня находятся две мусорских плотника? Можно поменять. Ладно, на этом буду заканчивать видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.